Всем счастья! С вами Сам Видел. Пока наша редакция разбирает сотни писем, пришедшую на почту после прошлого выпуска, мы решили порадовать вас забавными видео про зверюшек. Поехали! У меня дома живет заяц. Штука милая и симпатичная, поэтому я просто не могу не поделиться им с вами. Кстати, в этом видео я уже все сам откомментировал, так что просто смотрите. Не самолет. Азбука такая, при посадке флажками машет, типа вот так вот на взлет. Угу. Теперь не взлетайте. Метеоусловия у нас ограничены. Сейчас там только грузовые самолеты, сейчас пассажирские. Так у нас дождь. Так у нас дождь со снегом. Так у нас снег с дождем. Так у нас вообще вьюга. Все закрыто, взлет. Рулил. Сразу, да, крен влево, крен вправо. Хрен вам всем. Все, тревога. Небольшая тревога. Опять не очень тревожная тревога. Все, отдыхаем. Вот что в нем классное, так это то, что его уши держат форму. Как поставил, так и будет. О чем провода грызет? Но уши все равно классные. Это был мой заяц, а мы идем дальше. А вот у нашего сценариста дома зайца нет. Зато у него самая невозмутимая кошка на свете. Она настолько невозмутима, что напоминает мне барона Мюнхгаузена, летящего на ядре, только с хвостом. Однако у любой невозмутимости бывают пределы. Кстати, не спрашивайте меня, что это за черно-лохматая хрень. Я сам не знаю. Знаю только, что она демонически хохочет, когда ее бьют. А эта кошка оказывается не только невозмутима, но и абсолютно ручная. В смысле, снабжена ручным тормозом. Вот такие у нас питомцы. Поехали дальше. Ну и напоследок видео, которое может снять каждый, у кого дома есть кот и стиральная машина. В этот раз подсуетилась Света Пожитнова, за что и от нас печенька. Как говорится, у нас в доме четкое разделение. У меня тарелка, у него миска. У меня санузел, у кота лоток. Я смотрю телевизор, а кот стиральную машину. Мне всегда было интересно, почему кошек так тянет к вращающемуся барабану. Что же они там видят? На сегодня у нас все. Присылайте свои ролики сюда, узнавайте себя и своих близких на видео, пишите письма, смотрите нас на канале ОТН на YouTube и вообще делайте все, что хотите. Это был Сам Видел. До связи!